Так, настал следующий день. Наш силикон подсох. Все хорошо уже. В сегодняшнем этапе мы будем армировать нашу силиконовую форму. Подготовил такие вот кусочки марли. Нарезал уже заранее. У нее. Так. Сейчас одеваю перчатку. И будем работать. Силикон у нас уже замешан. Вот, начинаем наносить силикон. Силикон с верхней части наносим, самых выступающих участков, высоких точек. И еще на эту вертикальную часть основания нанесу силикон сегодня. Пускай будет здесь. Ну вот. Так. Что делаем следующим этапом? По-прежнему берем нашу шпажку. Шпажку и тупым концом этой шпажки вкладываем нашу марлечку. Чтобы она легла без морщин и складок. И вся пропиталась. Так. И хвост точно так же. Показывает время и практика. Дело в мелочах. На самом деле. То есть, если не пренебрегать мелочами, да, если я говорю, что на опыте уже проверил, что именно шпажкой гораздо удобней
укладывать. Во-первых, его на каком расстоянии держите от шпажку, от ее края. Некоторые говорят, да я зубочисткой то же самое смогу сделать. Да попробуй, как бы. Никто не говорит, что ты не сможешь. Но легче и удобнее тебе будет сделать это шпажкой. Или пальцем некоторые говорят, да я пальцем уложу. Ты укладывай как хочешь. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие от работы. То есть, чтобы вам было удобно работать. Если вам неудобно работать, ну нафига тогда это делать? Сделайте так, чтобы вам было максимально удобно работать, комфортно, чтобы вам было достаточно освещения, чтобы материалы, которые вы используете, вам были они нравились, комфортно вам работать им было. Инструмент, которым вы работаете. Просто бывает такое, что раздражает что-то. Или материал, или инструмент, или освещение недостаточно. Бывает такое, что его избыточное количество освещения, но это реже. Ну, в общем, так вот. Почему вот так вот? Ну что, у нас уже задача теперь подождать, когда все это дело подсохнет, и нанести следующий слой. Это мы 4 уже нанесли, да? 5, 6, ну, наверное, 7 слоев и будет достаточно.